Теперь начинай исправлять. Рассказывай, что ты делаешь. А ты прицепи его другой стороной. Видишь, ты его не можешь поднять, потому что его магнитик смотрит вниз. Правильно? Прицепи его другой стороной. Да, вот так. Нет, на колесико. На колесико. Как зацепить? Так. А теперь что ты делаешь? Вот. И что? Прицепил паузу. Так, и что ты сделал? Прицепил и поднял? Подняла. Теперь что будешь делать? Ой, я снял паровоз. Ты снял паровоз. Может, это не снимается? Может, это надо взять другой вагончик? Вот. Снимается. Молодец. Ну, рассказывай, что ты делаешь? Ну, ты у меня забрал. Где же мой паровозик? Верни мне мой паровозик. Нет. А что, да? Я хочу увидеть другой паровозик. Ой, я принес твой паровозик. Ты принес мне другой паровозик? Да. Он лучше? Да. Отлично. Так. Бабушка. А что мне катать? Куда мне катиться? Вот, вот сюда тебе катить. По кругу? Да. А кто будет собирать паровозики? Вот. Еще я хочу паровоз. Вот. Получилось. Паровозик один и два паровозика. Один и два паровозика. А бабушкины паровозики сколько получилось? Посчитай. Один и два и четыре. А три? А куда три пропали? Не знаю, куда три пропали. А как надо считать? Один, потом два... Потом какое число идет? Один. Так, потом? Один и два. Один и два, а потом? Три. А три знаешь? Три. А четыре знаешь? Я убью паровозики. Ты умеешь паровозики что? Убирать. А, убирать. Убирать ты умеешь? Да. Молодец. Открыть ящик стола? Да. Молодец, у тебя самого получается. Что Денчик делает? Убирает паровозики? В стол? Да. Зачем? Убила. Аккуратно, ручками, двумя руками закрывай. Вот умница. Медленно, медленно. Хорошо, позакрывал. Ну, хорошо.